Добрый день! Сегодня готовлю всеми любимую закуску форшмак. Для приготовления этой закуски нам понадобится филе селедки 200 грамм, 2 средних яйца, пол маленькой луковицы, 1 среднее зеленое яблоко, 100-150 грамм сливочного масла, 2 ломтика хлеба, водичка и перец. В стакане холодной воды замачиваем 2 ломтика хлеба. Мелким кубиком нарезаем лук. Лук можно измельчить в блендере, можно пропустить через мясорубку. Это уже на ваше усмотрение. Но мне больше всего нравится, когда закуска приготовлена из нарезанных ингредиентов. Посуду, в которой будем готовить форшмак, отправляем нарезанный меленько лук. Сюда же добавляем хлеб. Он у нас уже размок. Хорошо его отжимаем и добавляем к луку. Вилочкой все хорошо разминаем и добавляем меленько нарезанные яйца. Яблоки очищаем от кожицы и также нарезаем меленьким кубиком и добавляем к остальным ингредиентам. Филе сельди очищаем от мелких косточек, также нарезаем мелким кубиком и отправляем в чашу. Добавляем мягкое сливочное масло, разминаем все вилочкой, пробуем, если надо, немножко подсаливаем. Добавляем черный молотый перец, и закуска наша готова. Вкусная, сочная, быстрая в приготовлении. Рекомендую приготовить. Приготовьте, попробуйте. А я желаю всем приятного аппетита. Спасибо, что готовили со мной. Всем мира и добра.